Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Под пристальным контролем. Прокуратура Витебщины ежедневно мониторит ход кормозаготовительной компании. На постоянной основе осуществляются надзорные мероприятия, направленные на соблюдение технологии закладки травяных кормов. На языке дружбы. 6 новополочан стали участниками проекта «Здравствуй, Россия». До конца лета в культурно-образовательные поездки отправятся еще несколько местных школьников. Мечта – встретиться еще раз с этими людьми. Много фотографий, видео, подарки также нам давали и в Москве, и в Ханты-Мансийске. На 10 дней погрузиться в солдатские будни. В войсковой части 55-30 завершился военно-патриотический сбор для воспитанников клубов «Сокол» и «Рубеж». Во время этих сборов дети у нас жили круглосуточно на базе нашей воинской части, в расположении, грубо говоря, как срочная служба солдаты. Перейдем к подробностям. В непростых погодных условиях продолжают работать аграрии Беларуси. Начиная с апреля практически повсеместно в Витебской области не было значимых дождей. Нехватку осадков ощущают и другие регионы страны. Как результат, на полях идет повреждение зерновых колосовых культур, прежде всего яровых. Засыхание листьев и самих растений, пожелтение. Засуха негативно сказывается на формировании продуктивности колоса, сокращает период его налива. Работники сельхозорганизации не сидят сложа руки, а ищут выход из ситуации. Скашивают погибшие растения на корм и пересеивают участки промежуточными культурами с коротким периодом вегетации. Все ждут дождя и при этом заверяют, даже при его отсутствии в целом на продовольственной безопасности данные климатические условия не скажутся. Зерна хватит, как и корма для животных. Уже скошено свыше 1 миллиона 200 тысяч гектаров трав первого укоса. А это порядка 93% от плана. 4 области справились с работой. На финишную прямую выходят Могилевщина и Витебщина. К слову, в северном регионе Беларуси на сегодняшний день первым укосом скошено более 70% трав, заготовлено более 12% сена и 20% сенажа. Ход кормозаготовительной кампании Витебской области под пристальным контролем органов прокуратуры. В центре внимания комиссии заготовка качественных кормов. Это ключевое требование президента Александра Лукашенко, которое, надо отметить, сегодня соблюдают далеко не все сельскохозяйственные организации. Наша съемочная группа отправилась лишь в некоторые из них. Капиталина Зинкевич с подробностями. Корма – основа животноводства, а соответственно и продовольственной безопасности Беларуси. От того, насколько своевременно аграрии сегодня скосят первый укос, зависит второй и даже третий, за счет которых напрямую увеличивается производительность молока и мяса, а вот затраты и стоимость кормов на единицу продукции, напротив, снижается. Пытаемся заложить все, что можно в этом году, потому что сильно нас подкосило погодные условия, поэтому стараемся по максимуму заложить все, что, конечно, соблюдая технологию и качество закладки, потому что заложенное на данный момент корм – это наше молоко на весь год. Так как у нас еще содержание круглогодичное, стойловое, поэтому для нас это в первую очередь. Вовремя скосить корма мало. Сегодня, учитывая аномальную жару и засуху, важно правильно заготовить то, чем будем кормить животных. В процессе закладки траншеи аграрии должны соблюдать как минимум два ключевых момента. Это температура и влажность закладываемой массы. От этого напрямую зависит качество и сохранность питательных веществ в кормах. В филиале «Весна Энерго» под корма отведено 20 траншей, 4 двухтысячные, все остальные – тысячники. Как сегодня в хозяйстве проходит кормозаготовительная кампания, проверяет прокуратура Витебской области. Мониторинг заготовки и закладки кормов – неотъемлемая часть в целом большой уборочной кампании, ее конечного результата. Как сейчас заготовитесь? Наверное, сегодня последнее. Сегодня закончится. Будем собираем. Заложены на данный момент 6 полных. Это 7-я закладывается. Половина траншей мы оставляем для заготовки кукурузного силоса. Это на осень.
Несколько траншей у нас еще не скормлено с прошлого года, поэтому мы их будем докармливать, потому что мы кормимся постоянно. Но такой ответственный и щепетильный подход сотрудники прокуратуры Витебщины наблюдают не везде. К примеру, вот так хранят сено в экспериментальной ветринской базе в Бурте, прямо под палящим солнцем. А Полоцк Милк, там, где хранится сенажная масса, мягко говоря, беспорядок. Безусловно, о сохранности питательных веществ в таких случаях речи быть и не может, как и заготовки высококачественных кормов. Сельхозорганизациями не искоренены факты закладки кормов Бурты, что является прямым нарушением директивы президента Республики Беларусь номер 6. Установлены нарушения сроков закладки кормов, превышение допустимой температуры заложенной массы, нарушение сроков закладки травянистых кормов. Прокуратура Витебской области будут приняты меры прокурорского реагирования с требованием привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. И все же не наказать, а направить руководителей хозяйств на ответственный подход к кормозаготовительной, а вот-вот и уборочной компании. Ключевая задача профильных мониторинговых комиссий – подсказать, сориентировать, предупредить. Только в таком случае будет результат – обеспечение продовольственной безопасности Беларуси. А пока от зари и до зари аграрии в полях на укосе. На Витебщине по состоянию на 20 июня скошено более 70% трав. Заготовлено более 12% сена и 20% сенажа. Капиталина Зинкевич, Николай Якубеня, телеканал «Звезда». Дружбе не помеха ни территориальные границы, ни языковые барьеры, ни внешнеполитические перетурбации. Это уже почти 10 лет доказывает проект от Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Организуя культурно-образовательные поездки по историческим местам Федерации, их участниками становится талантливая и активная молодежь из других республик. При отборе прежде всего учитывается достижение на поприще русского языка и литературы, победы в профильных олимпиадах и конкурсах. В нынешнем году инициатива увеличила количество маршрутов до 12. А это значит, с Россией до конца лета смогут познакомиться еще больше ребят от 14 до 19 лет. Только по первым двум направлениям в Екатеринбург и Хатынь-Мансийск отправились около 100 представителей из 9 стран, в том числе из Беларуси. Своего рода лотерейный билет вытащили и шестеро новополочан. Для всех обязательная остановка в Москве, а дальше насыщенная программа в городе, который посчастливилось посетить. Мы посещали резиденцию губернатора Свердловской области, общались с заместителем губернатора. Также посещали, кроме Екатеринбурга, 4 города. Это Арамиль, Невьянск, Нижний Тагил и Первоуральск. Посещали башню Демидовых, наклонную башню. Это было так интересно, очень познавательно. Мы познакомились также с историей всей Свердловской области, не только города Екатеринбурга. В последние два дня посещали всего 4 университета – экономический, педагогический, медицинский и также Уральский федеральный университет. И уже в последний день вечером нас отправили на джаз-кавер-шоу. Вот. Так что программа была насыщена, и каких-то отдельных моментов сложно выделить, потому что все было интересно, познавательно. Я ездила по маршруту, получается, Минск-Ханты-Мансийск. Впечатлений, на самом деле, очень много. Это... Мне кажется, даже слов не хватит описать это все. Побывали во множестве университетах, которые там были. Побывали также в музее природы и человека. Это очень такой большой красивый музей, который мне понравился больше всего. Побывали на концертах Элуана, Полины Гагариной, Мэри Гу. Очень все понравилось. Показать страну во всем ее многообразии – в этом и заключается своего рода особенность проекта «Здравствуй, Россия», которая отражается на ее содержимом. Поэтому маршруты традиционно включают в себя посещение культурно-исторических объектов, знакомство с достижениями Федерации в различных сферах. Важной составляющей 10-дневной программы остается также погружение ребят в обычаи России, чтобы они ощутили этнокультурность, идентичность и сплоченность всей нации. Самым главным результатом от пребывания
образования в России становится общение молодежи. С первых дней делегации разных стран находят общий язык и завязывают теплые отношения, манифестируя тем самым остальным простую истину. Для настоящей дружбы нет и не может быть преград. Мы сдружились вообще, наверное, первого дня в Москве. Как-то так у нас все слаженно получилось. Подходили ребята, просто знакомились, спрашивали, как нас зовут. И начинались какие-то разговоры. Уже в Екатеринбурге как бы были разные конкурсы даже на сплочение с ребятами. Мы участвовали в разных конкурсах. Вечером ходили вместе гулять с нашими сопровождающими. Поэтому это произошло очень быстро, и, в принципе, всех ребят я уже знаю по именам. У нас даже до сих пор есть группа в Телеграме, где мы общаемся. И шлем привет из разных стран. Я привезла много подарков. Разные открытки из всех стран привезла. Даже мне подарили шопер, такую сумочку классную из Узбекистана. Блин, ну это вообще круто прям. Очень круто. Много. Ну и, конечно же, много эмоций. У меня появилось много друзей. Наша делегация из Беларуси. Вообще просто супер ребята. Мы все сдружились, все вместе ходили гулять. И уже назначили даже себе встречу, когда снова встретимся в Минске. Сразу нашли общий язык. Все добрые такие. Там у нас была вот Турция, Южная Осетия, вот Беларусь. Мальчик с России был, с Ханты-Мансийска один даже. Абхазия, Узбекистан. Вот. Ну, очень хорошо мы сдружились с Южной Осетией, с Уругваем и с Аргентиной. Мечта — встретиться еще раз с этими людьми. Много фотографий, видео. Подарки также нам давали и в Москве, и в Ханты-Мансийске. Очень незабываемая поездка, на самом деле. К слову, руку к тому, чтобы новополоцкие школьники стали участниками проекта «Здравствуй, Россия», приложил руководитель союзного делового клуба «Авангард» Александр Лукашок. Рассчитывают на его поддержку местные ребята и в дальнейшем. Еще неизведанными и нехоженными остались 10 маршрутов в рамках инициативы от Россотрудничества. Куда важнее новые друзья из других стран, которыми можно обзавестись за время интересного пути. Справились на отлично. Первая в истории войсковой части 55-30 лагерная смена для ребят из военно-патриотических клубов «Сокол» и «Рубеж» подошла к концу. За 10 дней военно-полевого сбора ребята смогли по-настоящему окунуться в атмосферу воинской жизни. Будни воспитанников были насыщенными и разнообразными на активности. Один день в лагере вместе с ребятами провела и наш корреспондент Елизавета Борбат. Смирные шаги! Ежедневные занятия по строевой, физической и огневой подготовке. На 10 дней база войсковой части 55-30 превратилась в самый настоящий лагерь. Воспитанники военно-патриотических клубов «Сокол» и «Рубеж» в эти жаркие дни окунулись в солдатские будни. Военно-полевой сбор здесь проводят впервые. В планах сделать это доброй традицией. Один из ключевых пунктов лагерной жизни – дисциплина и режим дня, который, к слову, расписан поминутно. Неизменна отработка строевой, причем в течение всего дня. Куда бы ни шли, обязательно строим и выполняя команды офицеров. А еще общая физическая подготовка – турники, брусья, отработка приемов на груши, позже элементов самообороны на практике. В общем и целом, все то, чем ребята занимаются на протяжении учебного года, но более усиленно и в максимально приближенных к военным условиям. С детьми проводим занятия на протяжении всего учебного года. Так как у них уже начались каникулы, мы с ними плодотворно работаем. Непосредственно за этот весь промежуток времени они становятся уже более коллективом, так скажем, одним. Одно целое. Потому что они пришли один день, занятия провели, все, забыли, ушли домой. А здесь они уже один общий коллектив, помогут друг другу в чем-то, потому что каждый ребенок, он разный. Самая главная наша цель была этих сборов, это показать ребятам, как нужно себя вести в обществе. Справа, марш. Одно из излюбленных мест в лагере – столовая. На сборах у ребят обязательно четырехразовое питание, разнообразное и полезное. Что немаловажно, абсолютно бесплатное. Было у ребят время и для творчества. Гитара в эти дни стала надежным другом и соратником. Кроме того, воспитанники клубов проводили вечера в дружеской обстановке, ходили на экскурсии, занимались арт-терапией. А еще успели сплотиться и воодушевиться на новые смены.
Лагерь наш прошел классно, мне все понравилось. Мы нашли себя больше друзей, научились дружить. Мне больше всего понравилось, как мы тренировали свою строевую подготовку. Это было самое сложное, но самое интересное. Мне очень все понравилось, особенно мне понравилась тут большая дисциплина. Нас обучили в огневой подготовке, физическая подготовка у нас была, тактическая подготовка. Мы стали быстрее, умнее. Первая смена военно-патриотического сбора завершилась, резюмируя, на отлично. Совместным времяпрепровождением остались довольны как ребята, так и военнослужащие, проводящие с ними всю смену. А это значит, не за горами еще не один заезд воспитанников. Совсем скоро в войсковую часть прибудут девушки из местных военно-патриотических клубов. В целом же, в планах этим летом поочередно провести подобные сборы для представителей профильных военно-патриотических клубов со всей Витебщины. Елизавета Борбат и Николай Якубеня. Телеканал «Звезда». За минувшие выходные на водоемах Беларуси утонули 10 человек. Двое из них были несовершеннолетними. Статистика пугающая и заставляющая службы профилактики еще больше активизировать работу, причем среди всех категорий граждан. Особенно, что касается разъяснений правил поведения. Ведь основной причиной гибели людей на воде остается личная беспечность, игнорирование мер безопасности и, к сожалению, алкоголь. Дабы предупредить трагедии, в Новополоцке в эти дни усилена информационно-просветительная кампания, причем о том, где и как правильно купаться, школьникам, трудовым коллективам, общественникам напоминают местные спасатели и работники освода. Объединили усилия ведомства и в деле контроля ситуации на водоемах. Количество совместных рейдов в разы увеличено. Мониторинг основательный, с акцентом не наказать, а вразумить граждан, сознательно подходить к организации и проведению своего отдыха у воды. Работниками Новополоцкого городдела ПЧС на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия вдоль реки Западная Двина по местам, где граждане отдыхают в эти летние дни. Хотелось бы отметить статистику. С начала года в области утонули уже порядка 30 человек. Двое из них детей. Гибели в городе Новополоцке не зарегистрировано. Хотелось бы предупредить взрослых, отдыхающих с детьми. Постоянно дети должны находиться в зоне видимости. В случае недомогания обратиться к ближайшему матросу-спасателю, если отдыхаете в оборудованном месте отдыха. Если такового нету и отдыхаете на свой страх и риск, то звоните 103. В данное время в городе Новополоцке у нас функционирует два пляжа, специально оборудованных, с инфраструктурой, где несут службу матросы-спасатели. Пляжи работают с 10 утра до 9 часов вечера. В остальных местах, не предназначенных для купания и плавания, плавать запрещено. К сожалению, по-прежнему остается, значит, самый большой процент смертности на воде – это люди в алкогольном опьянении. До 45 утонувших приходится на эту категорию. Также необходимо уделять большое внимание детям. По цифрам ВОЗ, Всемирного здравоохранения, каждый десятый ребенок тонет на глазах у своих родителей. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь. Я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Сергей Чураков. Добрый вечер. В ночь с 21 на 22 июня по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Тысячи соотечественников и гостей страны примут участие в митингах-реквиемах. Также в Брест прибыл поезд памяти, на котором 200 школьников из 4 стран отправятся в путешествие по городам Беларуси и России. С военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение. Основная цель – оценить степень готовности местных исполнительных органов и различных организаций выполнять задачи в условиях кризисных ситуаций. В ходе тренировки проходит призыв военнообязанных на учебные сборы. Запасники восстановят навыки по военно-учетным специальностям, изучат современные наработки в армейской сфере.
Выпускники военной академии отправили сообщение в будущее. Новоиспеченные лейтенанты заложили капсулу времени с посланием для следующих поколений молодых офицеров. Планируется, что сосуд с письмом будет извлечен через 20 лет. На старте школьники. На полигоне Брестский проходит республиканский финал спортивно-патриотической игры «Зорница». В состязании участвуют команды со всех уголков страны. Самый динамичный этап – преодоление специализированной полосы препятствий. Также в программе конкурса «Битва за флаг» и конкурс эрудиции «Страница истории». До встречи. Смотрите на завтра в эфире телеканала «Звезда».